мы так его назвали. Пред ним стеною дым пороховой, под пеплом, гарью, грудами развален, им поднят стяг победы боевой. И там, где бились воины простые, размашисты, суровы, горячи, победа распростерла золотые, прямые, незакатные лучи. И сердце с гордостью забилось под песен праздничный мотив. Над площадью свободной птицей весна победная летит. Торжественная церемония возложения цветов, посвященная 75-й годовщине Великой Победы, объявляется открытой. Священная дата в истории России. Самый светлый, дорогой и любимый праздник. Этот день нашей общей победы, день славы, доблести, мужества, силы духа. Слово предоставляется главе города Заречного Олегу Владимировичу Климанову. Уважаемые зареченцы, сегодня мы с вами отмечаем знаменательную дату в истории нашей страны. 75-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. Конечно, жаль, что мы сегодня не сможем с вами пройти в рядах бессмертного полка с фотографиями наших героев, наших отцов и дедов. И очень жаль, что мы сегодня не сможем обнять и поздравить наших ветеранов. Дорогие ветераны, я уверен, что скоро все пройдет. Никакая пандемия не сможет сделать незначимым День Победы. Это самая важная дата в жизни нашей страны. В каждой зареченской семье есть герои, которые сражались на фронтах. Есть герои, которые ковали победу в тылу. Есть герои, которые вынесли все ужасы концентрационных лагерей. Есть герои, которые пережили блокаду Ленинграда. И сегодня в каждой зареченской семье вспомнят своих родственников. Память о подвиге наших героев жива, пока она в нашей памяти. Вечная память тем, кого с нами сегодня нет. И здоровья, и долгих лет жизни нашим ветеранам, которые с нами. С праздником! С Днем Победы! Девятое мая – это государственный, но и очень личный праздник. Праздник семейный, праздник каждого человека. Нас, живущих сегодня, объединяет чувство гордости, глубокой признательности к нашим отцам, дедам, прадедам, завоевавшим мир в мае 45-го.
С огромной благодарностью мы говорим спасибо нашим дорогим ветеранам, труженикам тыла за подвиг, за то, что они совершили во имя нашей жизни. Спасибо за 75 мирных лет. Для нас ветераны всегда пример мужества, беззаветной любви и преданности своему народу и Отечеству. Мы помним, какой ценой досталась нам победа. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, всех, кого уже нет с нами. Вечная память павшим за мир и свободу. Мы помним, мы гордимся. Любовь, благополучие. С праздником! С Днем Победы! День Победы! Как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелы были. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. День и ночь у мартедовских печей не смыкала наша родина очей.
дни и ночи, битву трудную вели. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, день победы. Порохом пропал. Это праздник. Со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Мама, возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по росе. Школы Европы прошагали пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, день победы. Порохом пропал. Это праздник. Сами на глазах. День победы, день победы, день победы. Дорогие зареченцы, встретим этот праздник в своих квартирах, у своих окон и на балконах, присоединившись к всероссийским акциям.